С ума свела, с ума свела. Даже если плюс, душа окоченела, и нет тепла, и нет тепла. Когда вы пишете сейчас для The Matrix, все-таки Агата периодически, наверное, просится наружу, да? Потому что... Я не знаю, я пишу и пишу. Дело в том, что 22 года, будучи все-таки членом группы Агата Кристи, не знаю, за 22 года выработался какой-то все равно свой и музыкальный, и стихотворный стиль, поэтому специально я не ухожу от этого, но специально и не ищу. То есть это не повторение Агаты Кристи. Это рок, это то, что внутри, а снаружи может принимать любые формы. То есть для меня Depeche Mode — это рок-группа. Для меня, не знаю, Manowar — это поп-группа. Ты, наверное, чуть-чуть больны, нам, наверное, это снится. Ты дрожишь, и я чувствую кожу, твою дрожь и похоже, это любовь. Вы знаете, гораздо сложнее сидеть в офисе с 9 до 6, а вот сюда выходишь и вообще забывается про все. То есть это кайф на самом деле. Ну, сцена всегда кайф. Если ты сцену попробовал хоть раз в жизни, ты уже в любом состоянии, да, хоть больной, хоть беременный, хоть... Беременские какой... музыканты. Мы беременские музыканты себя называем. Мы дрожим, мы чувствуем кожу, наши дрожи похожи, это мы для себя сделали такой вывод, что не так-то просто выйти на сцену с гитарами и вот сыграть в таком акустическом варианте. То есть к этому надо отнестись даже гораздо более ответственно, чем когда с жужжалкой выходишь на сцену. Камерные выступления вам сейчас немножко ближе, нежели стадионы. Я стадионные выступления никогда не любил. Ни во времена Агаты Кристи, ни позже. Ни дворцы спорта, ни стадионы. Мы все... немножко изменились, и наш мир от музыки группы The Cure и Joy Division, которые в 80-х, на которых росла в том числе Агата Кристи. И, в принципе, ну, многие рассматривают Агата Кристи именно как российский ответ именно вот этим вот легендарным культовым командам. И, то есть в Агате Кристи мы прежде всего видим те истоки, которые они смогли в тяжелых 90-х адаптировать. И, ну, это, конечно, очень здорово, что Тенгри дает возможность казахстанским андеграундным командам сыграть вместе, ну, можно сказать, с живой легендой. Мы уверены в том, что мы останемся собой в любом случае, что бы ни произошло, и мы будем дарить людям то, что мы обычно им дарим. Это веру в то, что все хорошо. Я так бы сказал, мы в себе уверены, но не самоуверены. Я могу пожелать только удачи, потому что в наше время группе добиться успеха только удача может помочь. Никаких логических объяснений этому нет.